Всех приветствую на канале. Сегодня мы посмотрим, как работает игра Forza Horizon 5 на Xbox Series S. Весит она 118 гиг. Доступна по подписке Xbox Game Pass Ultimate. То есть ничего покупать не нужно. Раньше она была платная. Ее добавили в подписку. И теперь можно спокойно и бесплатно в нее играть, если ты купил подписку. Давайте посмотрим, как она быстро загружается. Ну, достаточно быстро. Сразу посмотрим параметры, что у нас здесь доступно. Такая приятная музыка встречает нас в интерфейсе. В главном меню. Так, смотрим видео. Так, у нас есть два режима. Качество и производительность. Быстродействие. Качество — это режим 2К 30 FPS. И производительность — это Full HD и 60 FPS. Также есть у нас параметр размытия движений. Вот здесь, кстати, есть подсказочка, смотрите, короткий вариант, предпочтительнее при высокой частоте кадров, длинный при низкой частоте. Ага, если у нас будет сейчас стоять качество, тогда нам есть смысл поставить долго, тогда, соответственно, будет картинка более плавная. Так, окей. А потом попробуем поменять режим на производительность и поставить на быструю размытие. Так, окей, поехали. Она оптимизирована под консоли нового поколения, под Xbox Series S и под Xbox Series X. Посмотрим, какая вообще разница в графике при смене этих режимов и какая вообще плавность в плане отклика управления в режиме качества и в режиме управления быстродействия. Так, окей. Я у нее уже до этого играл. Игра реально шикарная. Это, наверное, одни из лучших гонок вообще на Xbox. А на компьютере, я думаю, тоже. С возвращением, тигр. Так, здесь так громко играет музыка, надеюсь, меня будет слышно. Окей, давайте попробуем куда-то поехать. Как здесь выключить радио? Кто знает. Нет, это не то. Сейчас посмотрим. Окей, тигр. I've set your route to a new seasonal championship. Turn around when it is safe to do so. Поехали. This как менять режим? Been imagining this since I was 6 years old. Ага, это какое-то обновление, наверное, было. Hot Wheels. Какие-то новые ивенты. Так, это обратно. Нет, мне нужно поменять режим. Вид. Ага, вот все, понял. Так, окей. Не, ну управление шикарное, то есть в плане отклика она супер реалистична, ее несет на повороте. Давайте посмотрим на саму машину. Так. Выглядит шикарно. Супер реалистично. Мне прям нравится, то есть она прям очень живая. Вон какие-то игроки гоняют, видите, это все прям. Можно с ними участвовать в каких-то гонках или просто погонять, дуэль предложить. Не, физика прям, физика управления, оно прям супер круто. Очень круто работает. Картинка прям кино, реально кино. Ощущение прям, что ты управляешь машиной, вот она так прям разгоняется, заносит ее, там круто. Я хочу встать на какое-то вот место и попробовать сравнить режим производительности и режим качества, как вообще меняется картинка. А потом сравним управление, как оно будет вообще в плане отклика, будет ли реально быстро, быстрее оно работать в режиме быстродействия. Так, давайте выйдем, чтобы не мешали сюда где-то на горочку. Так, окей. Ну прям круто ты шо. Настолько геймпад вибрирует, когда ты едешь по бездорожью. Это прям очень круто. Так, все, смотрим на картинку. Вот так машина наша выглядит в режиме качества. Давайте теперь поменяем настройку. Так. Где у нас параметры? Вот параметры. Заходим в видео, настройка видео и ставим режим быстродействия. Так, окей.
Здесь ставим быстро. Сохранить и продолжить. Ага, нужно будет перезапустить. Давайте. Окей. Конечно, плохо, что нужно перезапускать игру. Это каждый раз. Но я думаю, вы для себя один раз определитесь, какой параметр для вас оптимальный. Будете просто играть с ним. И такие гонки тут бывают. Это, наверное, какие-то кастомные. Прям прикольно. О, блин, она прям даже вот на катсцене, она как-то, блин, резвее движется. Да, это же камера. Вот. Back, давайте попробуем теперь поездить, посмотреть. Так, нам не нужно радио. Ну, я вам не скажу, что она как-то прям... А ну, давайте поближе, можно вот. Я не скажу, что она прям сильно как-то поменялась. А, вот фон, кстати, вот фон поменялся. Вот ты смотришь на здание, там, на деревья. Вокруг. То есть оно прям поменяло. То есть оно прям стало более мыльное, менее четкое. Но машина в плане вот управления так комфортнее, мне кажется. Вот именно в плане соревновательных каких-то гонок будет комфортнее играть в режиме быстродействия. Я вот прям уверен. Качество это, наверное, просто погонять с друзьями, там, посмотреть на виды. Что здесь очень красивая карта, она очень большая. Там есть и море, есть и джунгли. А в плане соревнования, в плане прохождения этой игры, я бы, наверное, на вашем месте проходил бы в режиме быстродействия. То есть вот я играю, она прям... Не, отклик прям намного лучше. Там она такая немножко, как, блин, как будто бы плывет. То есть 30 FPS, они в принципе нормальные, они не лагают. Но это не то, ребят, это не то. Здесь ты прям вот, то есть я прям ее управляю, и она прям за моим пальцем идет. То есть. Там все-таки какая-то миллисекунда все равно есть. И если это будет какая-то соревновательная гонка, вам будет сложнее. То есть в таком режиме ребята, которые будут играть, они будут вас просто обыгрывать. Ты будешь резче реагировать на поворотах, тебе будет проще их обгонять, как бы, поэтому вот, я, наверное, этот режим это более оптимальный для прохождения, а тут просто погонять по фану, посмотреть на машины. Ой-ой, я застрял. Так, давай назад. Ага. Вот, поехали. Графика, да, графика сразу ощущается, потому что у тебя меняется фон. Фон у тебя становится более мыльным. Но, в принципе, сама машина, она не сильно отличается по графике. То есть ты же будешь играть и смотреть, во-первых, на свою машину, когда ты будешь в гонке играть. Тем более, Full HD, в принципе, она неплохая, прям реально классно. Очень круто выглядит. Давайте попробуем тут разбиться, посмотрим, как будет система повреждений, как работает. Так, ну... Такое. По идее, мы эту стену развалили спокойно. Вот какие-то кактусы, там деревья, минимальные кусты, они ломаются. Ага, она просто не может выехать, окей. Я хочу максимально ее просто разбить и посмотреть, как она будет, вот, насколько сильная система повреждений здесь будет. Вот, даже перевернулись, отлично. Давай. А ну. Ну, капот уже помятый нормально. Выйдем сюда, не выйдем, пробуем. Так. Супер приятно в нее играть, прям. Картинка красивая, очень классное управление, отзывчивое. Класс. Это прям круто. Давайте пробуем сменить машину. Посмотрим, как будет выглядеть она. Так, мои машины. Сменить машину. Что у нас здесь интересного? Знаете, какой-то внедорожник. Блин. Где он? Вот, Grand Cherokee возьмем. Очень большой выбор машин. То есть там их, не знаю, их, наверное, сотни, там, если не тысяча этих машин. То есть каждый может выбрать себе на вкус и цвет, любимую марку там. День-ночь, смотрите, как меняется. Вот фара, давайте поставим от первого лица. То есть, вот смотрите, салон. Даже звук, смотрите, поменялся. Он, блин, как будто бы звук из салона. Спидометр, смотрите, он все работает. Спидометр, тахометр.
Это все работает. То есть вот, газую, видите? Оно все работает. Реально интересно. Так, окей, давай. Насколько сильная кастомизация машин в плане там покрасить ее, какой-то бампер, там Need for Speed вообще отдыхает в этом плане. Здесь очень круто, что есть система именно использования уже сделанных кастомных каких-то тюнингов на машину. Если другой игрок уже сделал его, и там все поставили ему лайки, например, то есть он там в топе стоит где-то, ты можешь также сделать себе, то есть просто скопировать его вот тюнинг, его улучшение машины, там визуальную какую-то составляющую, ты просто берешь готовый уже шаблон. Это очень круто. Но в то же время ты можешь сделать свой уникальный, неповторимый, как бы используя все инструменты, которые у тебя есть доступны в меню. Постоянно какие-то ивенты добавляются, она обновляется, здесь не скучно вообще никогда играть. То есть это не типичные гонки, там, блин, проедь там 20 кругов, там, или обгони там 20 типов, не. Там максимально классно сделано, оно не стоит на месте, там каждый месяц какие-то новые ивенты, ты в нее играешь и прям кайфуешь. Так, давайте поставим уже вот так, о, отлично. Прям круто выглядит, реально круто. Даже в режиме Full HD это прям очень приятные гоночки. Вот если покупаете Xbox, хотите поиграть в гонки, качайте Forza 4, 5 и вообще не прогадаете. Вот вообще, вот Need for Speed не стоит. Последняя Need for Speed вообще не то, реально, ребят. Это уже просто конвейер про зарабатывание денег. А Forza это прям игрушка. Про графику, про фан. Про интересное времяпровождение. То есть она прям очень интересна. Выглядит, играется, как бы звучит. Вот, вода, смотрите как. Постоянно какие-то ачивки, там, соревнования. То есть это прям реально круто. Гонки в пустыне, гонки в джунглях, там. Есть прикольные тоже у них темы, я играл когда-то, то... Ты там какие-то раритетные машины ищешь, типа восстанавливаешь, и они тебе их дают. Ну, прям реально круто, ребят. Реально круто. Эта гонка достойна вашего внимания. Она круто выглядела даже когда, как бы, когда она была платная. То есть она тогда уже покупалась, была популярна. А сейчас, когда она в геймпассе, как бы это вообще не составляет никаких проблем купить этот геймпасс за копейки и спокойно себе сидеть играть с друзьями. Что в четвертую, что в пятую версию, как бы будете довольны. Поэтому лучшие гонки на Xbox это Forza. Forza качайте. Кому четвертая, кому пятая, как бы тут единственный выбор. Как по мне, пятая, они более как бы свежо выглядят. Четвертая такая больше классические гонки. Пятая тут такой уже. Наворотили, там и Hot Wheels подобавляли, и гонки в пустыне, там чего только тут нету, ребят. Поэтому, кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Я все буду читать, все отвечаю. На канале у меня также есть видео о том, какие аксессуары на Xbox я покупал, что рекомендую. Есть видео, как покупать игры по самым низким ценам через другой регион, через Турцию или Аргентину. Это все у меня есть на канале. Также есть обзоры других игр, таких как Метро, Ведьмак 3, GTA 5, там Киберпанк. Заходите, посмотрите, будет еще больше контента. Попозже чуть будут стримы, поэтому ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Всем спасибо за просмотр. Пока!